Итак, наша первая остановочка была Акрополис. Вот там зашел, купил вот такой блокнотик, нам нужен такой календарик-блокнотик. Всего лишь 1 евро. Сейчас скидка, так они были по 4,50, сейчас вообще по 1 евро. Удивился, ну, пусть будет. Правда, маленький, мы в прошлом году побольше покупали. И, конечно же, еще одна посылочка с Китая. Спасибо. Долгая, но спасибо, что вообще пришла. Едем дальше. Вторая наша остановочка сегодня опять Rimi Drive. Нужно забрать заказик. Но так как я сегодня не на своей машине, а эту машину я не вбивал в систему Rimi, сейчас надо будет ввести номерок и, как всегда, подъехать забрать. Номерок приходит и в смс, и на почту, поэтому это вообще не проблема. Сейчас покажу вам, как это происходит. Так. Подъезжаем, встаем на паркинг, не стали, еще раз. Так, номер я знаю, поэтому мы вводим. Опа, 5451, решетка. И ждем. Вот нам, как всегда, первое место написало. Подъедем. Так, да, пищит, потому что не пристегнулся, но это... Тут на 2 метра проехать. Ну все. Сейчас багажничек откроем и будем ждать. Так, паркинг есть. Блин, на этих автоматах всегда нужно проверять, есть паркинг или нет. Опа. Потому что есть много случаев, когда машина едет дальше. Ты вроде бы ее на паркинг поставил, а нет, она не на паркинге. Бывает и такое. Ладно, ждем и едем дальше. А вторая наша точка, не поверите, здесь рядом. Шаурис Мистелис едем. Сейчас еще один магазинчик. Хорошо, когда все рядышком находится. Давай. Вот так, и сюда нам. Едем на нашу третью точку, а наша третья точка будет университет. Нужно в университете тоже кое-что порешать. А, вот такой вот день решила взять с собой, показать, как оно происходит. Вот это туда-сюда ездить. Вот, кстати, Бентли стоит прикольный. Редко, кстати, вот такие крутые машины в Вильнюсе редко появляются. Они есть, но их очень мало. По сравнению с Киевом, в Киеве на каждом шагу здесь их мало. Ну ладно, мы едем в университет. Это будет нашей третьей точкой. Но опять же не последней. Мне еще одна посылка пришла. Она в терминале LP Express. Надо будет тоже сейчас поехать забрать. Вот такой день. Вот так, в принципе, дни проходят. Дома работаешь, а потом ездишь по городу и что-то делаешь. Решаешь, как говорится. Что ж, а вот и университет. Сейчас идем туда. Узнаем некоторые детали. Если кто-то есть, потом еще в один кабинет зайти спросить. И все. Если здесь все порешаем, едем дальше за посылкой. И тогда уже можно домой. Но домой не значит, что отдыхать. Домой не значит, что отдыхать. Будем уже дома работать. Потому что сейчас вся работа удаленная. Как ни крутите. Всем привет! У нас очередной понедельник. Карантин наконец-то все спадает и спадает. Сегодня уже открываются магазины с отдельным входом, что очень-очень радует. Весна приходит наконец-то, опять снег закончился. Хотя я там неделю назад говорил, что снег вроде бы закончился, все, он растает, и у нас опять навалило снега. Не знаю, показывали или не показывал уже, честно, даже не помню. Сейчас опять еду я в Сантерас клинику, нужно забрать результаты. Мы заказывали очень дорогие анализы, и они должны уже прийти сегодня. Сейчас вот еду узнавать, есть анализы или нет, и надеюсь, что они есть. Поэтому сейчас у нас такая вот летняя, теплая такая приятная погода, поэтому мы не спеша никуда едем.
Итак, друзья, забрал я результаты анализов. Что за анализы? Анализы — это на все аллергены, это на все возможные вообще все аллергены. Здесь очень много листиков, это около 10, а то и больше листочков. Стоит этот анализ 150 евро, если с забором крови, если кровь уже была, вы там на стационаре лежали или уже брали кровь, то 148, забор крови всего лишь 2 евро. И сейчас мы будем изучать все-таки, есть ли аллергия или нет. Поэтому это очень важный анализ, который мы все-таки решили сдать, хоть он и дорого стоит. Итак, на этот раз приехали мы в ОЗИС, давно здесь не были, и пойдем мы в магазин вот этот Zara. Почему? Почему это произошло? В общем, сделали мы заказ через интернет в Zara, и, кстати, ребята, не удивляйтесь, что в Zara, потому что в Zara по скидкам покупать дешевле даже, чем для ребенка в том же Пепка, или где-то там на рынке, или где-то еще, или в той же Максиме. Какую-то одежду покупать по скидкам в любых магазинах, покупать реально дешевле, даже в той самой Zara. Какие-то кофточки, они стоят примерно тех же денег. Поэтому сейчас мы пойдем в Zara, заберем наш заказ. Конечно, сам торговый центр и все остальное выглядит, ну, уж очень пустым. Вот так выглядят улицы. Сегодня суббота. Это аквакомплекс. Пустой, все пустой. Как-то вот так. Итак, друзья, как все происходит? Мы на прошлой неделе сделали заказ через интернет-магазин на хорошую такую сумму, но потому что очень много скидок мы решили заказать. При этом возврат, если что, возврат бесплатный в магазин принести. Показали, нам потом приходит на телефон электронный счет. В электронном счете просто QR-код, который сканируется, и здесь собирают посылку. Предварительно у нас будет 3 посылки, но сейчас мы под... я не знаю, сколько точно, но подождем, посмотрим. Просто приходим, сканируем код и ждем. Никто в магазин не заходит, к сожалению. Как-то вот так это все происходит. Ну, обидно, конечно. Хочется как раньше походить, посмотреть, но не сейчас. Сегодня 21 марта. За окном погода вообще не похожа на весеннюю. Выпал снег за ночь. Мы проснулись и просто ахнули. Потому что вчера было еще хорошо, травка зеленая, а сегодня зима настоящая. Саша вчера ездил, забирал мой заказ из Zara. Там сейчас хорошие скидки, и неделю назад я заказала вещи нам. И 3 коробки пришли. Там и обувь, и одежда, и что и стоило ожидать. Мне подошло не все. Штаны моего размера, юбки оказались большими, обувь нет, маленькая. Короче, половину вещей нужно будет отдать. Но, в принципе, такой тип покупок мне нравится. Онлайн-покупки очень вошли в нашу жизнь. И я думаю, что в дальнейшем мы, в принципе, будем продолжать так затариваться. А сейчас сидим дома, там на улице ветер, конечно, бешеный. Не скажу, что прям самый-самый большой, как который был за всю зиму, было и 34 километра в час, но с ребенком как бы не хочется выходить, морозиться тоже не хочется. Поэтому лучше посидим дома, попьем чаек и поотдыхаем, тем более сегодня воскресенье. В общем, вещи выглядят вот так. Просто у меня тут вещи, и нужно все посмотреть, все перемерить еще раз. И завтра Саша завезет там в магазин, он в ОЗИСе, по-моему, забирал эти коробки и туда же и отдаст. И тем более еще он завтра едет в университет. И вот сейчас вечером, сказал, будет работать и измерять свои образцы. Нужно будет ему их резать. Короче, работы хватает.
Будем делать. Работа разная, приятная. В основном приятная, конечно. Но хочется уже весны, на самом деле. Кстати, я думаю, вы заметили, что у нас новые заставки для видео. И я сегодня сделала одну для видео, которая еще не вышла. И просто мне так радостно, что так прикольно получилось. Тут Саша плачет, что его не пустили в университет. Вообще так кайфово мне рисовать это все. Очень нравится.